В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы голову не свернуло. У наших сегодняшних героев этой осенью случилась серия головокружительных событий, от которых можно потянуть и шеи. Но обо всем по порядку. Наш коллега, петербургский музыкальный продюсер и диджей Даня Пименов, который нам раньше был известен под именем диджей Yes Yes, несколько раз появлялся в русской кибернетике в контексте высококачественного, ироничного танцевального продукта. В апреле 21-го у Дани мы даже брали интервью, где он рассказывал нам о лучших вечеринках гостиного двора, когда Фидель и Куб были легендарными клубами. Сольная карьера, удачные вечеринки, собственный продакшн. Ну а потом, как все на ускоренной перемотке, коллаборация в проект Турбош с Ваней Ака Вайн Кросс. Тройная доза транса, евроденса, кислоты и рейва. И вот в конце ноября этого года ребята присоединяются к семье System 108. Вы думаете, это все? Нет. Нас ожидает выступление Турбош на новогодних вечеринках ствола. Кажется, мечты исполняется. И это все до Нового года. А ворвались ребята в систему 108 с хитом Hobby Horsing. Наверное, это мое истинное состояние на конец этого года. Поэтому на бесконечном репите пока не протру до дыр Spotify. Турбош, трек Hobby Horsing, и посмотрите обязательно клип. Это услада для глаз. I love hobby horsing. Hobby horsing.